Всем привет, это ППКас, и сегодня я вам расскажу, как можно решить проблему с геймпадом в игре Sekiro Shadows Die Twice на ПК. Вот вы запустили игру, подключили геймпад, и ни хрена не работает, хотя кнопки, как вы видите, отображаются геймпадные. Вы думаете, ладно, сейчас запущу саму игру и посмотрю, что будет там. Запускаете, па-бам, камера ведет себя как сумасшедшая. Сейчас я вам покажу, как это можно исправить, погнали! Первым делом заходим на сайт x360ce.com и нажимаем Download for 64-bit Games. Качаете этот файлик, я его качать не буду, потому что он у меня уже есть. Заходите и распаковываете его. Далее копируете этот файл в папку с игрой и запускаете его от имени администратора. Здесь нажимаем Create. Далее Next. И немного ждем. Совсем немного, как моих новых видео на YouTube. Далее финиш. Бывает, кстати, не с первого раза срабатывает. Нажимаем еще раз. Все, теперь тыкаем на свой геймпад, смотрим, чтобы кнопки нажатые соответствовали кнопкам на картинке. Если это не так, нажимаем Controller Settings. Далее Most Popular Settings for My Controllers. И ищем здесь пресет с большим количеством юзеров с названием Sekiro.exe. Тыкаем два раза левой кнопкой, нажимаем Yes. Все настройки импортировались, переходим обратно на вкладку Controller 1. Еще раз тыкаем на кнопки, проверяем, чтобы все кнопки соответствовали и нажимались. Далее нажимаем Save. Теперь заходим в Game Settings, смотрим, чтобы здесь был Sekiro.exe. Если его нет, нажимаем Add и добавляем экзешник из папки с игрой. Также проверьте, чтобы обязательно стояла галочка на ком. Если ее нет, поставьте и сохраните настройки. Далее жмем старт. И как видите, все работает. Кстати, в следующий раз игру можно запускать не через эту программу, а прям с экзешника. Прогу вообще можно не запускать, если вам не требуется каких-то дополнительных настроек, перенастроек. Но это, в принципе, нахер не надо. И так все работает. Сейчас сами в этом убедитесь. Вот, пожалуйста, никакой сумасшедшей камеры. Все за шипок. Можно гамать и получать удовольствие. Если кто-то может получать удовольствие от разрыва жопы и такого геймплея. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Надеюсь, следующее видео выйдет побыстрее, чем это. Кстати, кто писал, что не происходит сбор монеток с трупов, для того, чтобы их собрать, нужно зажать кнопку квадрат на геймпаде от PS4 или кнопку X на геймпаде от Xbox. Соответственно, все работает, все собирается. Желаю вам наслаждения от такого жопораздирательного геймплея. Всем удачи, всем пока.